Всем привет, с вами Алекс Беннерт, и сегодня мы вместе с вами откроем, я покажу вам, что находится внутри вот такого вот сухпайка для Министерства внутренних дел компании Сервис Продукт. Это индивидуальный рацион питания для человека в сутки. Сухпайки бывают разного типа, они различаются по весу, по сроку годности, по комплектации продуктов, которые внутри них находятся, по содержанию пищевой ценности, белков, жиров, углеводов и так далее, и по килокалориям. Итак, этот сухпайок у нас упакован в вакуумную упаковку камуфлированного цвета, которая защитит его от попадания влаги внутрь него. Срок годности у него тоже 2 года, изготовлен он в 2011 году до 2013 года. Итак, давайте, наверное, откроем. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Открывается он сзади. Тут есть специальный разрыв. Вот он находится. Сейчас мы его откроем. Вот. Итак, открываем. И достаем оттуда коробку. Вот такую вот коробочку. Так, коробка у нас заклеена. Это нехорошо, я к этому не был готов. Итак, мы победили скотч, теперь можем открыть коробку. Посмотрим, что внутри. Итак, у нас тут гигиенические салфетки, 3 штуки. Дезинфицирующие, это, скорее всего, водонепроницаемые спички с черкашом. Так, портативный разогреватель с комплектацией с сухим топливом. Странно, почему здесь только 3 таблетки. Ну, да ладно, не будем вдаваться в подробности. Откроем его чуть позже. А теперь посмотрим, какие у нас здесь есть консервы. Это печеночный паштет. Икра овощная. Затем каша перловая с говядиной. Так, дальше у нас 2 майских чая в пакетиках. Пакетики, да, там пакетики. Кофе растворимый, черный перец, три пакета с сахаром. Итак, это у нас мясо с зеленым горошком и морковью, соль. Вот самая вкусная лакомка. Это шоколадный джем, скорее всего. Так, теперь тут у нас активированный уголь. Активированный уголь и. То есть это средство для обеззараживания воды. Комплект. Ну, с активированным углем, я думаю, всем понятно, что делать нужно. Посмотрим, что тут еще за таблетка. Сейчас подождите, откроем, посмотрим полностью. Одна таблетка Аквабриз, все понятно тогда. И 5 таблеток активированного угля. Так, это у нас средство для обеззараживания воды. Теперь перейдем к следующему. Тут у нас сухой напиток, молокосодержащий. Тут у нас яблочное повидло. Концентрат для напитка, ну, можно сказать, сок натуральный. Поливитамины принимаются во время еды тоже. Ну и, собственно, сама говядина тушеная. И 3 комплекта галет. А нет, вру, 4. 4 комплекта галет армейских. Они заменяют нам хлеб в нашем сухпайке. Также здесь есть открывашка, 3 пластмассовые ложки, 3 обычные салфетки и инструкция по нашему комплекту. Тушенка у нас
с удобной крышкой, то есть ее не нужно, не обязательно нож, чтобы открыть банки. У всех. Итак, портативный разогреватель работает следующим образом. Давайте его откроем. Теперь интересно, странно очень. Она, в принципе, убирается. Почему она приклеена была так? Сгинаем эту металлическую пластину вот таким вот образом. Эти в ту сторону, эти в обратную сторону. Вот. Вот таким вот образом. Теперь ставим, берем таблетку, зеленым черкашом поджигаем, укладываем ее вот в этот вот, вот в эту вот серединку, и на нее ставим банку. И вот так она будет разогреваться. Поджигаем. И даст. В принципе, одной таблетки должно хватить, чтобы разогреть какую-нибудь одну банку. Насчет напитка я не уверен. Так. Вот что представляет из себя наш индивидуальный рацион питания на одного человека. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Пока!